Всем привет, дорогие друзья, с вами Макгрубер, и это проект Stop Hype. Сегодня я вам хочу рассказать о тех 10 каналах, которые я смотрю на Ютубе. Скажу просто, что нравится, и поэтому советую вам. Поехали! Канал Антона Филинова. Чувак потрясающе играет на камеру, довольно интересно рассказывает за разные ретро-серии, и вообще ведет себя достойно. StopGame.ru. Если хотите узнать самое адекватное мнение и оценка, не подкупаемое ничем, о компьютерных играх, вам сюда. Geek TV. Самые последние новости в мире компьютерных развлечений, гаджетов и тому подобное. Драгикун. Влоги, фигурка фапы и анбоксы. Чиабата. Потрясающий нежный голос, обзоры, летсплеи и просто няша. Канал Акро. Все о комиксах, теория сумасшедших фанфиков и довольно странный чувак в углу. Максим Ворчун. Отличные каверы на фильмы и игры. Самое адекватное мнение о том или ином фильме вы можете услышать только от него. Forest Art. Все о Mortal Kombat и не только, а также большое количество ретроспективы. Канал Бакаева. Все о фигурках, посвященные творчеству Лавкрафта. Ужасные фрики, но канал просто шикарный. И, наконец, канал Just Again. Все о низи-черепахах, боевых жабах, ретро-тематике и обо всем понемногу. Вот такие вот 10 каналов, основных каналов, которые я смотрю. Гораздо, их, конечно же, гораздо больше. Есть и политические каналы, но я их не стал вписывать. Все-таки канал посвящен геймингу. Поэтому вот такая вот вырисовывается картинка. Ну а что смотрите вы? Пишите в комментариях. И еще увидимся. До новых встреч, друзья. До свидания. Всем привет, дорогие друзья, с вами Драгикун. Привет, ребята, с вами Чиабата. Всем массовый здрав. Всего вам хорошего, счастья, удачи, здоровья, до новых встреч.